И от финансовых новостей переходим к криминальным. Больше килограмма героина обнаружили полицейские на одной из съемных квартир Краснодара. Это уже вторая особо крупная партия наркотиков в этом месяце, обнаруженная в краевом центре. Светло-коричневый порошок был аккуратно расфасован в полиэтиленовые пакеты и пищевую фольгу. Экспертиза подтвердила, содержимое является сильнодействующим наркотическим средством. Было изъято 1 килограмм 165 грамм героина. Значит, был пресечен канал поставки данного вещества на территорию Краснодарского края. В настоящее время устанавливаются подельники и соучастники данного преступления. Арендатором квартиры оказался гражданин Таджикистана. Он же признался, что распространял наркотик путем закладок. Расфасованный героин он прятал в уличные мусорные баки. По его словам, за эту нехитрую работу некто неизвестный пообещал ему 30 тысяч рублей. Но денег иностранный гость так и не получил. Наркотрафик перекрыли полицейские. За сбыт героина в особо крупном размере гражданину Таджикистана грозит провести за решеткой ближайшие 20 лет.